Схудини ты ему. Все нормально, успокойся, спокойно. Где вы есть? Мама, ты сейчас надо? Ты сейчас надо? Там сгущенку выкидываем, она... Мама, мы сейчас будем пить десерт, мы будем пить десерт, а ты ходишь по квартире. Вставь руку, руку вставь. Руку, руку вставь. Что ты смотришь на меня? Мама, ну что ты смотришь на меня, как баран на новые ворота? Пришел уже кричать. Ну что ты смотришь на меня? Я тебе говорю, руку. Что ты смотришь на меня? Я сказал, руку вставляй. Что ты смотришь на меня? Руку вставляй. И ходи. Ходи по квартире, ходи. 10 раз туда, 10 назад. Нехрен лежать. Бошка. И ходи, свободно в квартире, ничего да, нету, ничего не мешает. О боже. Давай десерта поехали. Давайте. Не, ну давай десерта поехали. Что, Ира? А, там на банках. Да давай я вымою, ты уже лезешь. То Коля пришел, Коля, заходь. Коля пришел, Коля узнал, что Ира приехала. Коля узнал, что десерт есть, Ира приехала. Коля узнал, что Ира приехала, и бегом. То вони похвалили, що Ира. Ага. Он, наверное, караулил, да, что ждал приглашения. Сейчас Артем придет. Сейчас Артем придет. Хай ходит. Что ж в трусах? Хай ходит. То шорты мои. Ну и что Коля пришел? Коля ей жопу мазал. Ага. А та не дурка валяя, она ходит по всей хате. Владимир, а что она дурка валяет, а сама ходит, понимаешь? С жопой. А что, а где Карина? Дома. Я не везу всю машину. А мы ее дали брать. Что это? А телефон? Я тоже дурака проваляю. Боже мой. Так давай десерты пора. Давай, ешь. Пробуй первый. Лена, не жди. Там их больше, чем надо. Ешь. Вот все, да? Любой ешь. Сломал тебя. Как хочешь ешь. Ничего нет. Там мандаринка. А бабушки не ходят? Нету. Оно снято. Попробуй, как оно тебе. Только с мандаринком. Это мандарины. Не будут горькие. Просто бывает от мандаринов зараза, знаешь, разная. Тут должна быть горчинка, но легкая такая. Хорошо? Не горькие? Нет такого, что прям горчит. Да? Да не брыши. Не надо. Давай, заходи в туалет. Заходи, говорю, в туалет. Не надо. Ну не хочешь, ты гонишь. Коля, иди пить чай. Коля, у нас тут? Не, я не буду кушать. Ты соскучишь? Я на 5 минут и ухожу. Куда? Это неприлично. Поеду к родителям на игре. Мам, ходи хорошо, ногу сгинай. А ты что без папы и мамы? Дай хорошо, и ровненько становись. Ровно становись и ходи. Уверенно ходи. Уверенно ходи, в тебя ноги работают. Хорошо. Чудо перья. Я надую, а ты лопнешь. Да, давай. Ровненько, руки ровно держи, ровно. Тань. Блин, Таня. Бачи, как баба Таня ходит. Ой, я один только надул. Коля, пошли, я чашки все почистила. Пошли, Коля. Это некрасиво, пошли. А ты уже все выпшикал, глянь, это пенка осталась. Но. Так, Ира, давай, наливай чай. Чуешь, Ира, бросай все. А хер знает, где чашки. Ира, где чашки? А что ты уже? Ну чашки где? Что вы... Ребят, ты правда привык? Вот чашки. Пока ты с Колей лобзалась там. Чашки, вот все чашки чистые. Мы тебя ждем, мы без тебя не можем. А где чай? Чаю тут перед тобой. Там я даже Лена, перестань. Там другой вкусный чай есть. Перестань. Да. Перестань. То гений только чай вкусный. Нам обычный. Геннадий, вы что машину не помоете? Так мы ж пока доехали. Так ты же моешь машину. Задрёпались. Мы пока доехали, задрёпались. Полная пробежалка, грязюки. По трассе сухо было, да? Да. Да. И в городе у нас. Я на сколько ты едешь? Какая скорость? Там 120? 110. 110, да? 120.
Ну, это, я сейчас... Он когда со мной, он больше 140 не ездит. Я вообще сейчас не хочется сейчас гонять. Наконец-то ты такой. Да вообще, знаешь, я так, так спокойно еду, знаешь, я там даже 80 еду. Вообще, вот если даже по трассе. Вот я ехал... На трассе 80 ты создаешь помеху другим людям. Нет, ну если вот я назад как ехал, ну было, правда, снега много. Я 80. Коль, тебе сахар класть в этот в чай? Нет. Ген, тебе сахар? Да это и сахар. Нет. Такое сладкое туда хрень. Он так и мои их десерты комментирует. Да? Какая сладкая хрень. Хочу... А ты? Профессор. Боирыш на калирыш, хорошо. Там полный стан, полный стан сахарный путь. Она тала и тала на мандарин. Оля, давайте, пробуйте, идите. Мамка, ходи. Мама, давай. Мам, давай, ходи. Не холодно, а ходи. Давай, по коридору ходи. Ходи. Ходи, мам, хорошо ходи, давай. Видишь, уже нога лучше, там не такая синюшного цвета. Потому что чем больше ты ходишь, тем больше кровообращения идет. Буде шутку. До свидания. Она тебе обещала? Да. Вот ты попалась. Вот ты попалась. Ладно, поговорим, что там еще. Он весь думал, тебя обязательно будет. А мы Коля признавали. Ты хоти мои пальчики. Так сам Велка делал мои пальчики. Так я хочу, чтобы ты делала. Он хочет, чтобы ты делала. Ты ему обещала, не я. Я же не была дома. А была в Киеве. А ты что же в Киев ездил в тот момент? Сзади Генкиной фуры ехал. Кира моргала, в стекло ехала. Просто помыла не до тебя. Да, сбрось, я вытру. Мам, давай. Что, у вас все хорошо? Мне вчера прилетало позавчера? Нет. А что, надо было, чтобы прилетело? Ну, было же ракеты затихать. Нам ничего. Наши мой помой. Родик, ты будешь десерт мой пробовать? Не надо. Не хочешь? Подвезет мне. Присядь и встань. И встань. Нет, туловище не наклоняй, на ровных ногах. Вот так, вот, спина ровная. Смотри, да. Вот так, только спину ровно. Просто ноги. Во. Смотри, просто вот ноги. Так. Вот так, сильно не надо. Вот чуть-чуть. Смотри, вот так. На цыпочки теперь вот так. Вот так, поднимайся. Только видишь, у тебя палки стоят в разные стороны. Ровно поставь их, да. И поднимайся на цифру. То есть на них минимально опирайся. Палки нужны для подстраховки. Палки, это не значит, что ты должна на них упасть. Они нужны, вот видишь, вот, освободись. Да, как будто ты стоишь без них. Просто за них держишься. И в случае чего ты можешь опереться. Понимаешь? Палки нужны для подстраховки. А ты ровненько вот так встань на цыпочках. На своих ногах. Без... Куда ты? На палки не опирайся, сама на себя надейся. Вот так, чтобы колени работали. Надо работать и работать. Мам. Да, на кровать, да, скорее. Мам, ты забыла, как ложиться? Вот так. Что ты жопой садишься? Что? Что ты вытворяешь? Для чего я лечу? Иди. Да, Ируся, ну что? А знаешь, как в том кино было? Помнишь, когда один перед другом? Когда один коллега превратился. Родик! Вкусно. Очень вкусно. А сахарная пудра можно было не посыпать. Родик, я да? На бабушке водичку. Но оно делает, знаешь, как заснежено вот такое. Да я ложу туда водичку. Дайте одну ложечку, пожалуйста. Так, даю. Как это кино называлось? Да я ложу, Ваечка. Мошенники. Коль, бери. Я тоже тарелочку хочу. Коля, бери чай. Бери тарелку. Да на, держи. Не. Держи. Аферисты, когда она под банькой, то, ой, батюшки, откройте, батюшки, не, да? Не наши. Американцы. А мне вот он нравился, когда так кричала, батюшки, откройте. Помнишь, Ира? Вкусно? Слышишь, Ира? Как вот, батюшки, откройте, кто это? Это аферисты наши, когда икону там они украли, что-то в селе из тюрьмы бежали и прикинулись святыми, и что-то прикинулись, что они батюшки. Забыл. Аферисты называются. Оля, как в этот раз? Не горько? Я еще даже не попробовал. Да? Вкусное, правда? Ну ты кушал, ты попробуй, скажи. Возьми свое мнение. Вкус все время одинаковый? Да. Нет?
Все время зависит, все зависит от мандарин. Мандарина. Все время плохо. Дайте я заберу. Что-то мне в этот раз тесто сыровато, не понял, в чем я тебе попал. Где я сыровато? Глянь, ты мыла, он тут сделал. Ничего страшного. Давайте. Не, оно не сырое. Не, у меня вкусное попало. А блюдечек же нету, они все продают. Аферисты. Вот. Есть что, блюдечки? Аферюги. Ну, мне вкусно. Мне вкусно. А Коля, как у того Родя говорил, на Таню. Единственное, что тесто немножко забитое, потому что без миксера. Миксером оно более воздушное. Более воздушное, мне кажется, да. Ну, вкус хороший, мне нравится. Думаешь, Родика надо с бабушкой оставить? У него вообще язык быстро найдут. Не, не, задолбали целый день, так что... Он нас задолбал, он нет, горечи, да, никакой, Ира? Нет, ничего. Задолбает любого. Очень вкусно. Наконец-то, Самвелка, ты сделал... Тесто, свои... вот жесткое тесто. Нормальное? Оно мягче должно быть. Вот оно вообще тает, как бисквит должно. Но это только с миксером. Да. Хотя 5 минут. Ну, по мне меньше сахара. Пудры можно меньше. Кто-нибудь попросил. Посмотришь на видео, как он сыпал. Да. Ты поймешь. Слишком много сахара. Чуть-чуть мне не хватает вкуса мандарин, не слышно. Из-за сахара. Все нормально, чего? Много сахара. Пудры много, да? Я херачу. Нормально, ну можно было и меньше. Но то красиво выглядит, как оно, да? Надяна так тихушницу взяла тарелку. Очень хорошая игра, чтобы не мусорить. Тихушница. Ты хейтер своей дочери, это ужас. Хейтер. Заблокируй ее. Заблокируй, в бан ее выкинь. Да, только это ее и смотрит. Ага, он смотрит. Родик, помнишь, я тебе рассказывал, как тот шкаф открывать? Нажимай на него. Нажимай, нет, только вот там краешку, где дверка открывается. О, вот там, да. Нажимай. Нажимай сильнее. Там банки, сейчас это... Ничего не... Во. На три банки стоят, чтобы ты зеркало не разбил. Самолка? Да. Бабусик, это мальчик или девочка? А как ты думаешь? Смотри. Мальчик, конечно. Вот что ты будешь делать с этими банками? Не буду дальше. Ты хорошенько заборочь. Ты что, заходи? Нет. Накрывайте стил хороший. Бери вискарик, все, и приезжай. Ира! Слышишь, Ира! Накрывайте стол хороший, помните? Ну, наглый вот так. Ира, Гена на гости пригласил, когда стол накрыть. Я? Я? А Генка слухает. Я? Я накрываю поляну. Я буду бухать вискарик. Я нахай накрываю. Хорошо, я куплю готовую еду. Были мы в Киеве. Слушай, так. И с партнером же ездили. Вечером они нас пригласили поужинать. Ну, поужинали они. Нормально поужинали. Нормально поужинали. Я понял. Пили виски, но не быстро. Ну, немного выпили. Да, вот мы за столом сидели. Едет на следующий день, говорит, так хреновато. Я говорю, вообще пить, говорит, нельзя. Я понял. Я говорю, не, а еще лучше, говорю, пить с Самвелом дома, говорю. Вы, говорю, выпили столько, и вам было, говорю, нормально. Да, здесь да, нормально. Точно, надо пить с Самвелкой и дома. Да, где я под столом лазил, я уже до кондиции такой дошел. Я ехал домой, как сумасшедший, бекал-бекал всю дорогу. Кричал так, вот так я ехал, видишь? Чего я так орал, я не знаю. Подарок, штаны? А где мой подарок? Все, Диана, папа. А шо это? Татьяна Васильевна, побачимся. А шо привезли? Это мои вещи, Генны штаны. Ой, костюмы, Генны штаны. Кому дали? Мне? Они чистые. Надо там... Тягать дома? Нет, надо прогнать через сушилку. Продать? Прогнать. А, продай. Это те вещи, что я тебе рассказывала, что с ними. Я понял, все, я сделаю. Их минут на 10-15 в стиралку, а потом вот... Я их прополоскаю без шампуня, без всего и без моющего. Как это без шампуня? Так это надо было сюда сразу и пальчики прикладывать, печенье, чтобы... Бонифаций. Что ты себе... Маргарин, ты несешь, купи мне пальчики. Мать, я придется в следующий раз их вести, понимаешь? Какая? Сейчас этими пальчиками как-то можно не приедет. Уже пальчики... Я уже везу. Родик, ты до канала уже Пусика. Пусик может укусить. Бачите, как он дивится, он злый. Не лезь к нему. Нельзя трогать кота, когда он не хочет, Родик. Да. Нельзя, оставь его в покое, пусть он лежит. Все. Все, вот так вот и закрой его. Ему хорошо вот так вот, чтобы он не видел никого. Ваня, он много обещает. Все, давай, пока. Приезжайте, приезжайте без пальчиков. Руть. Чего? А я знаю.
На, пойдем. Так хочется самочек хоть попробовать. Мам, нельзя. Мама ж может не за того, за таблеток сахар. За каких таблеток? Ну, я что пью. Ты сахар мерила? Сейчас, 2 часа. Я ж тільки творог поїла. А до этого после завтрака мерила? Да я забыла, я ж тебе кажу. Ну, и плохо, что ты забываешь. Да там записано, сынок. Не нравишься, ты мне сегодня вообще не нравишься. Я теперь стала писать. Ты мне сегодня вообще не нравишься. Чего? Вот так. Ужасно себя ведешь. Смотри, берется, моется вот эта штука. Смотри. Мой, полоскай ее. Вот надо выполоскать всю вот эту херню, что там осталось. Ну, это плохое слово. Помнишь, я рассказывал, что плохие слова повторять нельзя? Да, ну. Вот, я не помню. Как не помнишь? Да. Так, теперь мы берем мыло. И вот туда, мыло. Понял? Да. Вот, немножко мыла. И водички. И должно получиться, вот эти должны получиться шарики. Так, держи. Давай попробуем. Сейчас мы расколотим. Мы так в детстве делали. Брали водичку мыльную, делали. Видишь? Шарик полетел, понял? Да. Смотри. Видишь? На. Иди играйся. Хорошо. Я буду хлеб. Хлеб не, нельзя. Буду хлеб. Не-не-не. А? Хлеба не будем, потому что... А, у тебя, видишь, не получается, потому что ты вредный. А куда ты вот этот сахар приберешь? Оно пусть стоит, я потом сделаю. Баба, дай мне хлеб. А там на меня смотришь, ты на меня смотришь. Рудичка, ты кушать хочешь, зайчик? Не, давай хлеб. Давай сосиску сварю, у тебя не сосиска не есть. Не сварить? Нет! Вот хлеб. Ну что это за еда, хлеб? Пошли сходим в туалет, помоем руки, пойдем. Пойдем. Не надо. Поветрено. Тревога! Вовик, выщи, уходи! Тебе не привезли, мой золотой, так ты ринулся на мой пакет. И куда, мама, по колену? Он скажет, прикончи. Да он здоровое колено, Ира. Ну, все равно, ей я... Здоровое можно. Давай сюда, не бери. Багато мелочи. Не, Самвел. Тут багато мелочі, ми потеряємо, не знайдемо. Ти лежи. Що та баба давала цепочку. Я не слухаю. Відкривай. Дай салфетки, що я застелю. Білена. А що ти слухаєш? Про катастрофи, да? Білену салфеточку, я простелю. Іра, дає мать, бери. Давай, тоді будете то обрезувати, я вас знаю. Не треба мені. Я сама. О, давай. Не трошки, нічого. Значить, Іра. Виходить, Діані і шкатулка, і дам якийсь браслет. А Каріні, що один браслет, треба щось теж їй дати. А Ірі те, що я обіцяла. Все, давай. А ти ж мені колечко дарила. Іра, не треба, пусть лежить у тебе. Ти ж мені кольцо дарила. Кого? Кольцо ж не дарила, помниш? Сюди давай. Я знаю. Ну, зачем мені? Ну, я вам одинаково дарила на день рождения. І да. Діані, і тобі. Да. То есть старенький. Дурдом. Дурдом. Ира, возьми, не надо. Отдает, бери, не надо. Алло, да, Коль. Ой, Коля, тут... Это, все нормально. Добре, ты до нагрени. Все, давай, давай. И то есть звоны каждые 5 минут. Що ви там? То печете, то замітаєте, то ще ж якось що. Давай, відбирай то, що ти будеш кому дарити. Щас. Я зараз розберусь. Іра, вона хоче подарити, пусть подарить.